Прошло уже 2 года с момента тех ужасных событий. Можно было бы уже и забыть обо всем, если бы не наш родившийся малыш. Дело в том, что он совершенно не похож на меня. Постоянно чавкает, ловит крыс, съедая их заживо. У меня плохие подозрения. Я думаю, что жена изменила мне с ним. Нужно разобраться с этим маньяком раз и навсегда, попутно взяв его биоматериал для ДНК-экспертизы. Похоже на какой-то указатель. Видимо, по этим крестам и шли все его жертвы. Фу, вот это я сейчас обосрался. Похоже, это его основное жилище. Слышь ты, черт носатый, выходи побазарим. Копы, это, наверное, копы. Все, все, спалился. Так, надо валить. Так, где мои трусы? Нужно как-то попасть наверх, посмотреть, что там. Ладно, без трусов пойду, ладно. Без них можно. Сука, спалили, падлы, спалили, суки. Кассета? Надо притихнуть.
Опа, под кассетой ключ. Ну, это уже слишком. Зато тут можно посмотреть запись той кассеты. Может быть, она что-то прояснит в поведении нашего малыша. Фух, надеюсь, тут я буду в безопасности. Но как же мне сообщить мужу о моем местонахождении? Тебе вкусные сардельки принес, родная. Съешь их и можешь идти спать. Я больше не могу есть. Хватит. Я не хочу быть жирной. Не хочешь кушать? Может, попьешь? Оставаться. Нужно валить и звать на помощь кого-то. Бедные девушки. Без
пистолет? Но я даже не представляю, как из него стрелять. Колбаска, я тебя еще не накормил. Фух, побегу дальше по лесу. Вот это история! Родная, почему ты не рассказывала мне такие подробности? Фу, не по себе до сих пор. Нужно найти этот бункер, наверняка где-то рядом. Ох, знать бы еще куда идти. Возможно, указатели приведут в конце концов в нужное место. За кладбище посреди леса. Он всех тут хоронит? И почему полиция бездействует? Какой ты уж больно красивый для своего сыночка, не находишь? Похоже, я уже близко.
пароль, где мне его взять, и как туда попала жена на видеозаписи. Красивый сыночек у нас получился. Я думал, ты с женой придешь. Я по ней скучаю. Я бегаю хорошо. Эти мышцы у меня натренированы. Я же тебя только поцеловать хотел. Отдай мне сына, раз уж пришел. Где-то должен быть пароль. Я вроде не тупее своей жены. Если она попала туда, то и я смогу. Изи-бризи, мы тебя развели с твоей женушкой. Что-то подозрительно. Дурила, не спрячешься? Мне кажется, здесь точно не один. Я бегаю хорошо, эти мышцы у меня натренированы. Постой, постой, а где мой ребенок?
пароль, где мне его взять, и как туда попала жена на видеозаписи. Постой, постой, а где мой ребенок? Где-то должен быть пароль. Я вроде не тупее своей жены. Если она попала туда, то и я смогу. Я думал, ты придешь сюда со своим сыночком. Нехорошо так с папаней. Бризи, мы тебя развели с пароль, где мне его взять? И как туда попала жена? Тебе не кажется, что глазки у него маленькие, но носик папин? Мой сынок отомстит за меня.
У него на затылке выбриты какие-то цифры? Может быть, это вроде пароль? Не договорились с тобой. Ребенка-то как делить будем? Полежу немного, поностальгирую. Хорошее тогда было время. Моя жена не такая уж и дура. Беру пистолет и тебе хана. Да грохну его нахрен, все равно алименты не платит, падла. Здесь же лежал ствол. Куда он его дел?
подкрепиться не желаешь? Черт, где я? Как пахнет едой. Тебя тоже поймал? Я думал, я тут одна на весь бункер. Как теперь только выбираться отсюда? Оглянись. У тебя должен быть выход в технический канал через небольшую решетку. Так, понятно. Нужно сначала обесточить этот канал, а то там так искрит. Да, рубильники у него находятся в комнате для обряда. Он водил на экскурсию туда. Там целая система. Комната для обряда? Как мне выйти из своей комнаты в коридор? Осмотрись. В комнате должен быть секретный механизм. У меня это была поворотная карта. В честь твоего дня рождения я начну с этой жирненькой свинки. Ну, этому все, хана. Опа! Опа! Какой-то он у меня не особо жирненький получился. В честь твоего дня рождения начну с этой жирненькой свинки. Пипесяныш! Опа! Хорошо.
хорошо как пахнет. Надо бы сожрать его завтра. Своего сына я бы назвал шатангой. Сожру его скоро. Кайф. Хорошо как пахнет. Надо бы сожрать его завтра. Своего сына я бы назвал шатангой. Вот это жесть, что это за комната? Thank you.
Вот это жесть, что это за комната? 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 Вот это жесть, что это за комната?
Вот это жесть, что это за комната? Попробуй взять ключ. Вот это жесть, что это за комната? Не убежишь. Вот это жесть, что это за комната?
Вот это жесть, что это за комната? Вот это жесть, что это за комната? Вот это жесть, что это за комната? Thank you.
Теперь нужно вернуться в ту камеру и попытаться сбежать. Теперь нужно вернуться в ту камеру и попытаться сбежать. Самое сердце. Теперь нужно вернуться в ту камеру и попытаться сбежать. Ты что творишь? Теперь нужно вернуться в ту камеру и попытаться сбежать. Теперь нужно вернуться в ту камеру и попытаться сбежать.
самое сердце. Теперь нужно вернуться в ту камеру и попытаться сбежать. Ты мне в душу плюнул. Теперь нужно вернуться в ту камеру и попытаться сбежать. Теперь нужно вернуться в ту камеру и попытаться сбежать. Теперь нужно вернуться в ту камеру и попытаться сбежать. Прекрати! Что за шара? Ты куда это собрался? Нужно поторопиться. Ну открывайся скорее! У меня сегодня день рождения. Ты пойдешь на закуску, а та жируха на десерт. Я доберусь до тебя, щенок. Ну открывайся скорее. У меня сегодня день рождения. Ты пойдешь на закуску, а та жируха на десерт. Иди уже домой, тебя жена потеряла. Blah, 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 blah
Нехорошо так с именинником. Я доберусь до тебя, щенок. Ну открывайся скорее. У меня сегодня день рождения. Ты пойдешь на закуску, а та жируха на десерт. Да ты че, пес? Да ты че, пес? Я доберусь до тебя, щенок. Ну открывайся скорее. Пойдешь на закуску, а та жируха на десерт. Нехорошо так с именинником. Да ты че, пес? Я доберусь до тебя, щенок. Ну открывайся скорее. Я прилягу тут ненадолго, ничего, ты ищи там пока выход. Иди уже домой, тебя жена потеряла. Я доберусь до тебя, щенок. Ну открывайся скорее.
меня сегодня день рождения. Ты пойдешь на закуску, а та жируха на десерт. Вот выход. Хватит шляться там! Живо в дом! Ребенок уснуть не может. Родная? Я все понимаю, день рождения твоего друга, все дела. Но домой мог бы и пораньше вернуться. День рождения? У какого друга? Ты о ком? Ну, видимо, вон про того алкаша, который лежит неподалеку. Не смог, похоже, дойти до своей хаты. О нет, это же не может быть. Это же тот самый маньяк, милый, отец нашего ребенка. Он еще откармливал тебя в бункере 2 года назад, помнишь? Ты ебабо? Иди в дом отсыпайся, козел. Нам завтра выезжать в лесничество на смену, а ты несешь какой-то бред. Эй ты, Матанга тебя звать? Куда ты пошел? Саня, да ты че, какая Матанга? Это же я, Колян. Пойду посплю немного, заебись побухали сегодня. Колян? Ну, с денюхой тогда тебя еще раз. Вот же приснится такое. Погоди, дорогая. Так ребенок-то наш на Коляна похож получается. Родная? Колян, погоди, дай хоть свой биоматериал. Колян, нет! Братуха, Колян, ну как же так? Не заметил тебя. Прости, пожалуйста. Ты что там в пробирку у него собираешь? Биоматериал для ДНК-экспертизы. Пошел вон от моего брата, ушляпак. Я не отдам тебе его пробирку. Даже не надейся. Только попробуй подойти к пробирке. Даже не надейся. Только попробуй подойти к пробирке. Даже не надейся. Даже не надейся. Только попробуй подойти к пробирке. Thank you.
Даже не надейся. Только попробуй подойти к пробирке. 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 Thank you.
Даже не надейся. Только попробуй подойти к пробирке. Делай, что хочешь с этой пробиркой. Колян, все, пошли, вставай, нормально все. Ты там не сломался, ничего, нормально, идешь вроде хорошо. Колян, ну ты хоть что-нибудь скажи, что молчишь-то идешь. Куля-буля, куля-буля, куля-буля. Колян, да ты чё, у тебя черепно-мозговая, что ли? Пойдем в больницу. Нас ждут великие дела. Куля-буля, куля-буля.